6-миллиардная жительница планеты получила паспорт и удостоверение личности. Это школьница из Алматы, Рабия Ермуханова. Обладательницей своего планетарного статуса она стала 16 лет назад. Гульнара Умарбекова продолжит тему. Эта церемония в 16 лет, пожалуй, самая торжественная. Для любого вручение паспорта и удостоверения личности – событие важное. Но для титулованной жительницы планеты оно особенное. Чем же отличилась эта, казалось бы, обычная алматинская девочка? А началось все в 1999 году. Тогда специалисты фонда ООН по народонаселению объявили, что 12 октября должен родиться 6-миллиардный житель планеты Земля. Поскольку в мире каждую секунду появляется на свет больше 100 тысяч младенцев, чтобы никого не обидеть, решили, все, кто родится в этот день и в определенное время, и будут 6-миллиардными. В этот день в одном из родильных домов Алматы родилась Рабия Ермуханова. Эти уникальные кадры, ставшие уже историческими, мы сняли 16 лет назад. Вот так выглядели счастливые родители, когда им вручали свидетельство о рождении долгожданного ребенка. Мы долго ждали, очень долго ждали. Столько разочарований, столько всего было. Я-то готовился, потому что, наверное, сильно готовился, представлял, как это все будет. А когда все это случилось, ощущение такое, что это так и должно было быть. Сейчас Рабия учится в 10 классе. Многочисленные грамоты – свидетельство ее побед на Олимпиадах. Хочет стать ландшафтным дизайнером. А в школе немногие знают о том, что учатся с исторической личностью. Не особо афиширую это, потому что это очень значимо для меня. И это знают только очень самые близкие люди. 16 лет пролетело как одно мгновение, как один миг. Да, сегодня девочке уже 16 лет, и сегодня она по праву, считается гражданином Республики Казахстан. У Рабии есть братишка Ануар Мансур и сестренка Нари, у которой тоже есть титул. Она маленький посол мира. На старшую сестру они смотрят с уважением. Ведь недаром в одном из дипломов, которые вручили Рабие, написано «За блестящую эрудицию, смелость и волю к победе». Наверное, такой и должен быть человек, с которого начался отчет 7-миллиардного жителя планеты Земля. Гульнара Умарбекова, Ернар Сайлаубаев, 24 КИЗ, Алматы.